А перед началом данного ролика я хочу, чтобы вы подписались на канал Юрий Каюзин. Он снимает различные прикольные мобильные игрушки, такие как Shadow Fight, Minecraft, Granny и прочие. Подписывайтесь, ссылочка в описании. И всем снова привет! Сегодня, как я обещал, мы будем дальше играть в игру The House HD про этих падальщиков. И, как вы заметили, уже не просто так, а с веб-камерой. Да, с веб-камерой. Я уже тогда в обзоре показывал ее вам, просто еще не пробовал снять с ней видос. Сегодня будет, так сказать, пробный первый ролик с веб-камерой. Я так думаю, что с веб-камерой будет интереснее снимать, особенно игры там всякие. Особенно хорроры. Вот именно хорроры. Так, ну чё? Ты уверен, что хочешь покинуть это место? А, не-не-не-не-не-не-не. Остаюсь я. А, блин. Короче. Да продолжать, собственно, нет смысла. Все равно сейчас все заново начнется. Я пытался. Ну, ладно, погнали. Сегодня у меня в планах хотя бы отыскать камеру с телефоном. Так, это я уже все читал. Эй. О-о-о, все. Не лагай, игра. Так, берем фонарик. Так, ну чё? Блин, у меня только от этой игры мурашки по коже. Дайте-ка я звук убавлю. Нет, серьезно, я боюсь этой игры. Боюсь. Так, вон оттуда у нас падальщик вылезет. Это я знаю. Черт, я боюсь. Я боюсь. Я боюсь играть в эту игру. Это реально страшная игра. Ну чё, вылез падальщик, не вылез? Не пойму. Наверное, еще не вылез. Я близко не подошел. Так, ну ладно. Вот тут вот у нас должен быть ключ. Или не тут? Стоять. Так это ж пустая комната. Во, вылез, 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 вылез. Блин, 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 я боюсь. Блин, блин, блин. Иди отсюда, падальщик. Не трогай меня. Так. Ключ у нас вот тут вот, первый. Но на звук падальщик не вернется. Это вам не бабка Гренни. Так, ну ладно. Тут еще записка должна быть. Да-да-да-да-да, вот она. Так, назад он не идет. Не идет вроде. Блин. Блин. Монстры-то сами не шибко страшные, а вот атмосфера жуткая. Я никак к ней не привыкну. К каким-то играм привыкаешь, а вот к этой я еще пока привыкнуть не могу. Стоять! Там не падальщик лезет.
Показалось. Ах, когда кажется, креститься надо. Так, я пока побаиваюсь входить в комнату. Сейчас падальщик может вернуться. Но возвращаться он что-то не торопится. Уронил доз, эту вот решетку. Падальщик! На этот раз он реально лезет. Я его видел. Назад пошел. Рычит. Сволочь. Много крови и чья-то рука. Чё там капало? Блин, я даже не разговариваю, потому что я боюсь. Я боюсь. Так, вот тут точно, тут же записка еще одна. Ну чё, рискнуть? Выйти? Или же не надо? Боюсь я. Ой, как я боюсь. Может, лучше постоим? Не будем, так сказать, искать приключения на свою пятую точку. Ну, не знаю, падальщики, они тут обычно рычат, а я не слышу их рыка. Не слышу. Вообще не слышу. Мне еще страшно от того, что я играю в наушниках. Рычит! Рычит, рычит! Иди мимо! А назад что не идешь? Куда-то попёр, а назад не идет. Как-то это все подозрительно. Он же должен назад пойти. Блин, я боюсь. Я боюсь. Я не хочу отсюда выходить.
Ну и... Где вы там? Падальщик лезет. Ладно, он прошел мимо меня. Ой, ёксель-моксель. Слава богу, хоть ко мне не заглянул. Оторванная башка. Больше ничего полезного нет. Нет, ничего, только порванный труп. А, записочка. Ладно. Хорошо. Полезного тут все равно я ничего не найду больше. Но высовываться я не буду. Вот он прошел. Это что? Казалось. Черт! Возвращается. Он ходит в эту комнату. Теперь я понял, куда он ходит. Он по этой комнате ходит. Значит, там надо очень быстро осматриваться. Почему падальщик ходит по этой комнате, я понятия не имею. Блин, ну я боюсь. Я боюсь. Это моя первая, наверное, реально страшная хоррор-игра. Ну, наверное, вторая, потому что первая была «Проклятие Софии». Как я понял, их тут двое. Еще. Я за обоими уследить не могу. Лучше надо подождать. Падальщики тут не по всем комнатам ходят.
только по некоторым. Да чё ж ты никак не выйдешь-то оттуда? Рык падальщика! Все, назад пошел. Нет! Ёкарный баба, он сейчас сюда придет. Он в комнату вошел. Черт! Ну все, считайте, что мне конец. Блинский! Ну все, я пропал. Падальщик зашел в комнату. Сейчас он тут все обшарит и меня найдет. И пропал я. Пипец мне. Полный. Так, ладно, я время просто смотрел. Так чё? Он сюда не заглядывает? Так, нет. Высовывать нос отсюда опасно. Надо дождаться, пока он уйдет отсюда. Ладно. Пока что могу поболтать маленько. Так. Я тут, кстати, еще много нашел прикольных клонов Гренни. Ну, игр, похожих на Гренни. Потом буду прохождение снимать. А пока я сейчас с падальщиками разобраться хочу. Ну нафиг. Я не пойму, он сюда вошел или вышел? Я боюсь исследовать. Рычит! Чё, ко мне идет, что ли? Я не пойму, он вошел в комнату или вышел из нее? Ёкарный бабай. Рык падальщика. Блин, ну я чё, так и буду торчать здесь. А, если хочу выжить, придется поторчать. Ну ладно. Где он там бродит? Вошел на свой страх и риск.
Тут же ни хрена нету. И прячусь от падальщика. Блин, зачем мне надо было рисковать? Я же сюда, блин, знаю, что здесь меня верная смерть поджидает. В виде падальщика. Колодно. Да, кстати, падальщики какое-то неподходящее имя для тварей, которые живой плотью питаются. Падальщики, они же едят падаль, то есть дохлых всяких там. А эти живыми этим питаются. Этим свежатинку подавай. Да блин! Опять! Он сюда вообще... Черт! Блин! Хорошо, что я не вылез отсюда! Ёкарный бабай! Сейчас вылез, пришел бы мне конец! Блин, я все слышу! Рык падальщика! Он ушел? Комната открытая. Ключ? От чего ключ? Думаю, надо спрятаться. Так, вторая квартира, открыть дверь. Так, ну ладно. А от чего я нашел ключик? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Там же был, типа, он тебя почувствует сквозь стены. Я боюсь! Блин, 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 блин. Ну ладно. Надо передвигаться осторожно. Черт! Блин, напугали. Вот теперь сюда хотя падальщик не зайдет. Двери открывать эти твари не умеют. Ой! Да, не умеют, слава богу. А вот спалить могут через дверь. Тьфу ты. Нет, он пытается сюда пройти. Он сюда пройти пытается. Черт. Ну и что мне теперь делать? Дать ему сожрать себя? Он, я так чую, не уйдет отсюда. Ему надо по комнате пройтись. А дверь он открыть не может. Что мне тогда делать? Дать ему сожрать себя. О, спалил. Блин. Мне ничего больше другого не остается, кроме как дать ему сожрать меня.
Ну ты, зараза, до сих пор тут. Ладно, зараза, давай, жри меня. Жри, зараза. Ты мертв. Блин, вот засада. Блин, и как эту игру пройти, не знаю я. Да тем более я ее боюсь до жути. Не знаю, что делать. Блин. Ну чё, попробовать стоит. Ладно. Ну ладно, окей. Попробуем еще раз. Так. Эй. О. Так, берем фонарик и погнали. Тут мы... Чё у нас там было? Записку берем. Эй. Во, наконец-то. Записку мы взяли. Так, в этой комнате у нас, по-моему, ни хрена нет. Оу, щит. Падальщик вылез. Тьфу, напугал. Зараза. Давай, иди отсюда. Ух, тварь ненасытная. Я с тобой позже разберусь. Если как-нибудь можно с ним разобраться. Так, вот тут вот записка номер два. Так. Ее мы забрали. Стоять. Я ж забыл, тут ключик. Так, ладно, на это я больше не обращаю внимания. Так, вы нашли ключ. Открываем дверку. Тут у нас ни хрена, кроме еще вот одной записочки, нет. Там у нас, типа, очень много крови, чья-то рука. Ладно. Ай! А, забыл, что тут падает решетка. Надоело уже, серьезно. Блин, я надеюсь, меня хорошо слышно. Так, отрегулирую маленько микрофончик. Может, вот так вот меня слышно лучше. Да. Ну чё? Тут... Ой! Ой-ой-ой, фонарик! Фонарик, не подведи меня. Опа! Заработал. Так, ладно, будем ждать, пока там падальщик сейчас вылезет. Из своего укрытия. Стоять! Это был он? Или мне показалось? Рычит! Вон он! Лезет, лезет. Давай. Ай! Блин. Протопал тут как мамонт. Беги! Тебя сейчас сожрут. О, все, назад идет. Вот, блин, голодранец, а. Ай! Да хорош уже как мамонт топать. Так, ушел в свою комнатку. Оу, щит! Как он меня заметил? Ай, паскуда! Вот, блин, гад! Ну ты гад! Зараза! Я устал. Тьфу ты! Блин, как-то он меня так заметил. Я же вообще в другой комнате был. В противоположной, в параллельной.
А, ну да, он типа почует твое присутствие сквозь стены, как в этом в записке говорилось. Ну понятно. Да, блин. От такого укрыться будет непросто. Походу, надо сразу за ним валить. Ладно. Хватаем первую записочку. Эту комнату пропускаем. Идем сюда. Видим падальщика. Вон он вылазит. Сами. Тьфу ты, куда? Не сюда. Так, сами идем на кухню за ключом. Так, где-то там записочка. Записочка, записочка, записочка. Так, блин. Вот она. Так. Открываем эту дверь. Так, что там у нас? Здесь записка третья. Все. Так. Пока спрячемся здесь. Тут у нас оторванная башка. Видели уже. Охренеть, кому-то просто оторвали голову. Взорвали на куски. Ой! Слышу рык падальщика. Ой-ой-ой! Мимо прошел. Слава богу. В эту комнату он заглядывать не станет. Вот по этой он ходит. Вроде тут было что-то. Да вот только уже не помню что. Вон он идет назад. Ну что ж, подождем. И почесал он свою комнатку. Блин. Надо. Ой, назад. Почесал туда. Черт. Почему я слышал его рык? Он же ушел туда. Ну чё, рискнуть? Или всё-таки лучше подождать? Ну он пошёл туда. Значит, оттуда должен прийти.
Вот только я его не вижу. Чё, ждать, что ли? Вон какая-то дверь. Вон, лезет, лезет, лезет. В укрытие. Срочно. Так, сейчас он должен пройти мимо. Да. Прошел мимо и поперся туда. Сейчас он вернется. Залезет в комнату. Так. Вон он. Возвращается. Вон он, вон он. Полез в комнату. Сейчас он скоро оттуда выйдет, и тогда мы будем ее исследовать. Хорошо, что я все-таки подождал. Все, он вылез. Подожду, пока его рык затихнет. Это, кажется, все. Так. Где-то здесь должен быть еще один ключ. Так, там закрылась дверь. Или тут ни хрена нет? Ладно. То есть все-таки тут ни хрена нет. Падальщик. Вон он прошел. Так, понятно, в этой комнате ни хрена нет. И соваться туда нечего. Нет смысла. Так, а где же я тогда ключ-то видел? Вон он, лезет, лезет. В укрытие. Так, сейчас он залезет в свою комнату. На пару минут. Даже на пару секунд. И вылезет из нее назад. Вон. Ой, блин, он в ту комнату полез. Так. Ага, понятно, он по очереди комнаты обшаривает. Потом лезет туда. Все, я понял. Вот! Вот тут вот я находил ключ. Тут дверь закрылась, она. Вот наша опять.
От этой, что ли? Нет, это и так открыто. Погнали в нее. Ой-ой-ой, что это за звук? Лучше спрятаться. Сюда падальщик вряд ли заглянет. Нет, не заглянул. Ну ладно. Будем пока место следовать комнатку. Дальше. Вот, вот там я, значит, находил ключ в той открытой комнате. А может, надо ее исследовать? Не помню вот. Рычит. Зараза. А он не ко мне случайно лезет? Если так, то я не хочу. Убавлю-ка звук на наушниках. То громковато. Так. Ну и чё? Тут. Ни хрена нет. Но зато это убежище от падальщика. Давайте сейчас его дождемся, выясним, в какую он сторону пойдет. Мне надо, чтобы он шел. Опа! Слышу рык падальщика. Так, и куда же он пойдет? Ага, туда пошел, назад. Ой! Что? Нет, 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 нет! 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 Отстань от меня! Изыди! Вот зараза! Слава богу, хоть удрал. Изловчился. Блин, я думал, что все, хана мне. Сейчас он должен ко мне прийти. Эй! Где ты там? Падальщик. Ау! Не понял. Он ж на меня шел. Не понял юмора. Чё, на этот раз все-таки соизволил на меня выйти? А, вон он лезет, лезет. Лезет, 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 лезет. Все, я его вижу. Так, кажется, я начинаю потихоньку привыкать к этой игре.
Но только не к этому типу. Сейчас вот он сюда дойдет и повернет обратно. Все. Потом он будет по очереди лазить в комнаты. Вот который справа от него. Вот как только он вылезет из последней комнаты, я туда зайду. Я ее исследовал не полностью, потому что... Так, сперва он в эту комнату полез. Теперь дальше. Главное к нему слишком близко не подходить. Так, теперь полез в эту. Так, сейчас ждем. Сейчас он вылезет из комнаты. Все, вылез, 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 вылез. Все, вот сейчас он уйдет. Мы идем исследовать комнату. Тут чьи-то глаза. А, вот, кажется, та дверь. Нет. Нет. Тут только всякая хрень. Да-да-да, хрень. Ну чё, ждем тогда падальщика. Рычит. Вон он, лезет. Надо проследить за его, так сказать, траекторией пути. Так, идем осторожно назад. Назад, 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 назад. Так, все. А то он сейчас до этой двери дойдет и повернет. Все. Идем осторожно за ним. Ждем, 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 ждем. Так, вот он. Лезем, лезем, лезем осторожно. Так, сейчас он в ту комнату пойдет. Окей, окей. Все, вышел. Мы за ним. Двигаемся осторожно. Стоять! Я так его потеряю из виду. Блин, вот он! А, он пошел в эту комнату. Когда он из нее вылезет, он пойдет назад, что ли? Нет, дальше вперед. Опа! Открыл. А вот он и назад идет. Вон он, прошел. Я не пойму, он один или их два. Понятно, все, он до туда доходит, а потом... Поворачивает назад. Ключ. Дальняя комната.
Ай! Фонарик! Не подводи меня! Нет, нет! Блин, чё так громко? Я испугался. Падальщиков нет. Они мне нафиг не нужны. Так, а в холодильнике пусто. Так, ладно. Что за дальняя комната? Падальщика я не слышу. Но он скоро должен возвращаться. Так. Вон он, возвращается. Следим за ним. Ага, вот он. Так, сейчас ждем, пока он пойдет назад. Сейчас он назад пойдет. Так, дальняя комната, говорите. Видимо, она где-то тут находится. Так, ну давай, лезь назад. Давай, давай, все, ушел. Иди отсюда. Так, что у нас тут? Вот записочка. Так, а не, это про второй этаж. А. Наверное, вот она, дальняя комната. Да. Камера? Ух ты! Я камеру нашел. Наконец-то, вот и камера моего друга. Сейчас посмотрим, может быть, он успел что-то снять. Вот зараза, в камере нет карты памяти, что? Найти карту памяти. Тьфу ты. То есть теперь еще и карту памяти искать. Ну пипец. Так. Так, а падальщик уже сюда идет, наверное. Если это так, то надо прятаться. Так. Ну чё? Да, эта игра просто состоит из пряток. О! Да, хорошо, что я спрятался. Так, сейчас вот падальщик пройдет мимо. Ну-ка, 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 ну-ка. Уже интереснее становится. Так. Может, мы сумеем разгадать секрет камеры? Так, ладно. Ну и где ж мне тогда карту памяти искать? Так. Ну это, конечно, очень плохо, то, что в камере карты памяти нету. Это пипец как плохо. Так, ладно. Давай. Топай отсюда. Сейчас. О, все, 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 все. Умотал. Ай. Иногда вот может подлагивать управление, подвисать, точнее. Так,
Больше тут ничего нет. Так, ладно. Вниз я не могу пройти. То есть, значит, мне только на второй этаж. Уверен, что хорошо осмотрел этот этаж. Возможно, камерой... Нет. Нету тут телефона. Камеру-то я нашел. В одной из записок было какое-то предостережение по поводу второго этажа. Возможно, не стоит торопиться. Рык падальщика. Так, на третий этаж заблокировано. Ясно, то есть внизу только один падальщик. Оу, щит. Что такое происходит с фонариком? Вот именно, что? Какая траектория у местного падальщика? Да и где он вообще? Так. Ой. Этот падальщик какой-то странный. Что это? Он передвигается на двух ногах. Это что за монстр? Он же не рычит, он уже... Чё это? Ты кто такой? Я тебя не звал. Отстань от меня. Что за... Так, ладно. А телефон-то тогда где? Назад вернуться. Так, теперь и эта лестница заблокирована. Придется искать другой выход. Понятно, то есть все. Пипец. Так, а по-моему тут у меня уже сохранился. Ой, этот странный человечек ко мне лезет. Кто ты? Ладно, давайте сдохнем ради эксперимента. Посмотрим, как убивает этот чубрик. Так, он меня заметил, но не спешит гнаться за мной. Эй, чубрик. Сожри меня. Давай, давай. Посмотрим. Ну, египетская сила. Ой, блин, ну ты страхолюдина. Да сожри ты меня уже в конце концов. Блин, золотистый еще какой-то. Новый монстр какой-то, блин. Давай, жри меня. Опа, заметил. Так, но не музыки страшный. Это скорее на зомбаря похож. Вот это вот, да, вот это вот какой-то другой падальщик. А может это вообще не падальщик, может это какой-то другой вид. А если я далеко уйду, он перестанет меня преследовать? Нет. А, нет, перестал. Давай. А, блин. Ну ты зараза. Давай, жри меня. Так, а этот одним ударом не убивает. От этого, значит, можно несколько ударов выдержать.
и даже обвести вокруг пальца. Давай. Сожри меня. Я не буду сопротивляться. Ну и рожа. А, ну да, два удара, собственно, как у падочка. Ты мертв. Так, ну ладно, а где я сохранился? Где я сохранился-то? О, найти карту памяти, найти телефон. Вот, все, я сохранился. Классно. Так, ну телефон вряд ли, мне кажется, на первом этаже. Камера, она точно... Карта памяти, она, видимо, на втором, и телефон точно тоже на втором. Потому что я обошел все и телефон не нашел. Хотя, может, он где-то в шкафах был? Я некоторые шкафы не открывал. Ладно, посмотрим, может, в следующий раз тогда. Как-нибудь в следующий раз, а? На это все. И, кстати, я еще хотел сказать, перед тем, как видос закончится, я не все видео буду снимать с вебкой. Только некоторые. Вот, особенно хоррор-игры всякие, и когда я именно в новые снимаю, когда я играю в них в первый раз. Ну, короче, вы меня поняли. И тем более еще я с вебкой буду снимать только тогда, когда я дома один, чтобы мне никто не мешал. Ну ладно, думаю, все поняли. Так что, до скорого!